Тут курица, она глядела на холодильник. Тут еще петух на кровати. И мопед выходит дома. И олень. Привет, подписчики! После нашего последнего пранка прошел месяц, и, собственно, самое время выдавать второй пранк. И сегодня я опять не один. Не-не, Маргарита, Тоха, давай еще раз. Тоха, здорово! Что, где ты был? Там сидел. Сегодня у нас вторая часть пранка, в котором мы будем арендовать квартиру и что там делать? И полностью менять мебель и технику. Но эта хата нам отлично подходит. Она маленькая, в ней нету классной техники, максимально будет на контрасте смотреться телевизор. Да, звоним хозяйке. Давай. Алло, здравствуйте. А по поводу квартиры, вот, однокомнатная на Каблукова 3. Если на одни сутки 600, все, тогда я сейчас смс-кой сброшу карточку. Спасибо. То, я забронил. Ну все, квартиру мы выбрали, теперь пришло время выбирать технику и мебель, которой мы будем ее заставлять. Так как квартира старенькая и достаточно убитая, мы хотим приобрести более дорогостоящую и визуально более красивую мебель для того, чтобы впечатлить хозяев. Но мы же не дураки покупать новую технику втридорога. Поэтому мы воспользуемся сайтом BUA, на котором можем приобрести не только БУ технику, но и новую, которая была уценена по разным причинам. Теперь зайдем на сайт и закажем всю нужную мебель и технику, которую нам доставят прямо в квартиру. Холодильник, кухонный комбайн, телевизор, кулер для воды, почему бы нет. Я уже заказал доставку всего, что мы набрали на сайте, всю мебель и технику нам доставят на бусики вместе с гарантийным талоном и чеком, так что все сверхбезопасно. А так как я носил Новый год, на сайте БУЭ есть огромный ассортимент товаров, начиная от ювелирных изделий, заканчивая спортивным инвентарем. Поэтому если вы захотите надеть боксерскую перчатку, под нее золотое колечко, чисто для пафоса. Ссылка в описании. Самое главное, что весь наш товар, который останется в квартире после пранка, мы оставим хозяйке в качестве сюрприза и компенсации. Выселяемся. В котором часу? То есть завтра мы ждем 12 часов, за полчаса вам набираем? Да, за полчасика мне. Хозяйка уехала, а приехали ребята из BUA и привезли целый грузовик техники. Поэтому мы идем встречать их. Обманули! Лось обыкновенный. Здесь на входе в кухню стоит бетономешалка, и она будет защищать нас от того, чтобы хозяйка зашла в кухню, где мы будем прятаться, а мы будем прятаться вот там за углом. Мы вставили огромную плазмину, ебальненькая лося, здоровенная, на всю стену. А вот это по-братски. Она здесь. Здрасте. Извините. Да я в тебе сфоткала, но у меня интернета немає. Да, и холодильник. Кулер. И мопед посреди дома. И курица на холодильнике жива. Да нет, ну ты же блядь. Він стоит посреди комнаты. Нет, великий. Да, вот такий мопед. Это дочка пришла, походу. Тут курица нагадила на холодильник. Сейчас, потому что тут курица агрессивная. Немножко. Да, я зашел, тут еще петух на кровати. Вот опять. И олень. И плазма, и бетонный. Я хотел вам сказать, тут олень, правда, не живой, но все же. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь ноутбуков. Ё-моё. Так, я отсюда выхожу. Никого нету в квартире, там опасно находиться. Я на кухню не захожу, я боюсь. Там не могу, потому что там бетономешалка стоит. Да, холодильник на месте, ничего там вроде на кухне нет.
Я боюсь туда заходить, там кто-то вроде будет. На кухне какие-то звуки вроде бы. На кухне. В туалете никого. Там что-то упало. Я вам... Кто здесь? О, здравствуйте, там кто-то ответил. Это вы пришли ключ за... Забирайте. Кого? Забирайте ключ и уходите. Хорошо, давай. Она сейчас приедет. Забирайте ключ и уходите. А что за фиг квартира? Иду вместе с мамой, заходит уже. Да-да, входите. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. А что это тут происходит? Что-что? А что это тут происходит? В каком плане? В смысле? Я вам как квартиру сдавала? Как? Только переночевать. Ну мы переночевали, спасибо. А откуда эти вещи? Курица? Это петух. Сейчас. А какашки? А петуха. Это Скуратов и Марафа! Это блогер, это пранк! Это пранк! Это Скуратов и Марафа! Я их знаю, у меня даже с ним фотка с видеожары есть. Ты думаешь, она пранк? Думаешь, мы? Да, о господи! Они переклеили обои там всем, я помню. Я видео. Слушай, так вышло, что мы арендовали вашу квартиру для того, чтобы привезти вам много техники и подарить ее. Да ладно. Да, вот это все получается. А вы камеры не заметили? Нет. Вот, а я боялась вообще сюда вот, заходить. Это курица такая какая-то ненормальная. А почему вы дочь отправили? Потому что она когда дома, то это ее работа. Мы порядочек наведем здесь, все почистим, какашки все уберем. Вы не наступайте какашки, там мы все убираем. Ты шо, это было просто? Что-то там куры ходят, олень. Люди. Ребят, я предупреждал, что ворвусь на свой YouTube канал с новой силой. Ну вот, выхватывайте вторую часть пранка, как вам? А какой именно следующий будет пранк, зависит от вас. Поэтому пишите в комментариях свои идеи, а лучшую мы воплотим в реальность. Поэтому, если это видео заставило тебя улыбнуться хотя бы разочек и держать как дикого коня, в любом случае ставь лайк, нам будет приятно это видео увидеть большее количество людей. И подписывайся на канал, потому что уже скоро выйдет третья часть бешеного квартирного пранка.